Всем привет, с вами Михаил Потапович, и сейчас мы будем играть в Майнкрафт. Так, где тут у нас? Мишка, что ты делаешь? Я тебя... Не, ой, телефон! А ты что тут делаешь? Ну, всем привет, с вами Данилкин. В прошлой серии мы зачаровали Кирочку на эффективность 3. И эффективность 3! Кстати, я могу паркурить от третьего лица. Сами в шоке. Я тоже. Ну, почти. Я плохо умею паркурить. Нет, я полный муп по паркуренью. Зато могу в домик вам зайти. От третьего лица. И вот так вот к вам пробраться. Ну, еще и дверку закрыть. Да, наконец закрыл. Ну вот, в прошлой серии мы сделали наковальню. А мы же хотели ее в спальню переместить. Сейчас поставим. И давайте второй сундук. А, я оглох, все. Так, тут у нас ночь. Так, мы все зачаровать не можем. Вот у нас все, что есть. Смотри, что есть. У нас вообще ничего нету. О, спасибо. Крафтим алмазные блоки. Ладно, все, давайте войнушку играть. Кто играть в войнушку? Я хочу войнушку. Все хотят в войнушку играть. Ну давайте играть в войнушку. Так, закрывашки. Сначала. Только не ужи, братан. Спать мы не будем, зомбиков будем лупасить. По попе. И все, я переключаюсь на легкую. И давайте зомби! О, зомбарь! Ура, зомби, я люблю тебя! Давай поцелуемся! Эй, Кити! Он исчез! Эй, ты глупый зомби! Ты чё от меня убегаешь? Ты чё, ну хоккей от меня убегает? Он от меня убегает, а не он ко мне прибегает. Вот какой трус. Пошёл сядничать. Я как... О, отлично, сколько монстров. Только криперов нету. Ах ты ж. О, господи, жрачку забыл. Я зра жрачку забыл. А, возвращающе. О, у меня золотое яблочко, отлично. Да ладно, у меня еды нет, кроме золотого. Ладно, буду есть когда. Гни. Не дашь все равно на плохие, хорошие эффекты. Главное, чтобы хпшки восстанавливались. Ничего себе, как быстро пробежал порой. Эй, здесь скелетончик, я тебя...
Опа, криперы. Отлично. Ох, ё-мой! Ох! Ах ты, злодеяны! А ну, отстань, злодеян! Мне его не жалко? Опа, зомби. Все доказательство, что зомби видят от 40 блоков. А ну иди вон. Ой, портальчик визжит, блин. Это плохо. Опа, картошка выпала. А ты чё, скелетик, меня если не видишь? Слепой. Это ты меня? А ну отчтянь. Отчтянь, говорю кому. Кому говорю отчтянь? Портал визжит. Ну, это нормально. Главное, крипер не взорвется около моего дома. А то это тя-тя-тя-тя-тя-тя. А тут крипер... О, эндермашка, иди ко мне, эндермашка. А, мы обкакаемся от страха. А ну иди вон, иди вон. Вон иди, иди вон, вон иди. Иди вон. Давай иди. О, вот он. Как он, что, бессмертный? Эндермита не выпало, то есть не эндермита, а слепой точно. О, два зомби сразу напали из угла. Давай! Да, давай, подходи, давай! Отлично. Восстановили себе ХП. Так, опять восстанавливаем ХПшки. Восстанавливаем. Главное, если у меня дома хоть кто-то заспавнится, это будет жесть. Господи, я просто добыл одного эндерменчика и ничего получил. И ничего не получил. Вот бы это было бы 1.16. В багровый лес сгонял и все. О, светляет, аллилуйя! Зомбики там. Доказательство, что зомби тебя видится от 40 блоков. Зомбики нападают. Help me. Крипер! А ты что тут делаешь? Ух, он чуть не бахнул. Это отлично. Ой, скелетик на меня нападает. Ой-ой-ой. Чё, я 8 минут с ними бился? Вот и битва. Давай, гарни. Ладно, я еще с фуфритиками поубиваю. Или нет? Ну ладно, я пока всех поубиваю. А я думал, почему это не гарни? Оу-о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 у! Ну, такое сделал фармилку для ифритов. О, сразу ты, вы издеваетесь? Чё так, ню-ню-ню? Конечно, они могут всё поджечь. Это минус. Отстаньте! О, первая палочка, отлично! Да, вы... Господи! Они выфармятся без... У меня две хапашки! Ah.
микроформилка для ифритов. Они ко мне подходят, и я их лупасю. Они мне тут все подожгли! Они меня задели! Только не это. Так, переключаемся на легенькую. Только не гафты. Ладно, я Нет, я полный нуб, я не умею с монстрами сражаться. Как когда игроки тратят пол хп за 1000 удар игроков лобы без брони, а я умираю 1000 раз в полной с этой алмазной брони с алмазным мечом и еще как там с алмазом зачарованным мечом и защитой. Это почему так? Не почему? Все было на паузе. Все было на паузе. И я тут уже несколько минут стою. Ну, наверное, я вам в бонус дам вот такую штучку. Мишка вместо меня попрощается. И с вами был Михаил Потяк.